Богословское образование евангельскому верующему необходимо постольку, поскольку ему необходимо богопознание. Богословское образование и есть богопознанием, поэтому оно необходимо. Вторая причина – качественное богословское образование, оно помогает понимать не только Бога лучше, но оно помогает понимать лучше мир, его подлинные нужды. Без богословского образования трудно представить себе целостное служение церкви в современном мире. Поэтому я рекомендую любому верующему учиться в богословских учебных заведениях, получать богословское образование.